находимся в Санкт-Петербурге и прогуливаемся по аллее, посаженной в память о людях, отдавших свои жизни при ликвидации Чернобыльской катастрофы. Многие ситуации в нашей жизни мы склонны воспринимать как катастрофы, и ликвидация их требует многих жертв. К счастью, в моей жизни были и есть учителя, обращаясь к мудрости которых, я смог успешно решить многие задачи в своей жизни, не превращая их в катастрофы. В своих видео я повествую об элементах своего личного пути, духовного и личностного роста. Я с удовольствием делюсь с вами тем, что когда-то получил сам и сделал частью своей картины мира. Завтра я уезжаю отдыхать до середины августа, и поэтому в публикациях видео будет перерыв. Этот момент своего рода рубеж, и поэтому можно подвести итоги. На данный момент число просмотров видео на канале YouTube проекта «Антон Деркач» приближается к 1500. 11 человек подписались на канал, и я считаю это хорошим результатом. Я благодарен вам за ваши отзывы и мнения. Несколько человек написали, что просмотр моих видео помог им успешно выступить публично. Я рад, что вы применяете то, о чем я говорю в своих видео, и делитесь своими результатами. Это лето я посвящу прежде всего духовному росту. Я буду читать священные писания и медитировать в уединении на природе. Я вернусь с новыми знаниями, новыми мыслями и новыми идеями, о которых буду говорить в новых видео в конце августа. С вами был Антон Деркач. Я желаю вам счастья.